Заходи. Я тебе все покажу. Отель Каструм — это что-то. Таких мы еще не жили. В местах. Надо ехать сначала на лифте. По кодовому замку заходишь, набираешь, и тогда он тебя везет туда, где ты живешь. Мы живем на 3-м этаже. Так нажимать смысла нет. Надо доехать именно по коду. Так. Здесь мы выходим. И дальше надо пройти через общую комнату. Общая комната — это фактически кухня. Вот на кухне есть микроволновка, посудомойка, холодильник и столы. Мусорные ящики. Мы живем в номере сьют. Соответственно, это вот наш номер. Он один такой, без номера. Номер без номера. Так. Ну, что я могу сказать? Сначала ванна. Вот, две раковины, фен, биде, унитаз. Вот такая ванна. И всякие принадлежности. Зубная паста. Короче, вот шампуни, даже бритвенный станок и всякие расчески, палочки ушные и, опа, даже эти свечи зажечь для интимного принятия ванны. Вот так. Ну, так, чтобы все было эротично. Так, дальше идем. Слева эта комната гостиная. У матери и ребенка. Здесь холодильник, телевизор, диван. За этой шторкой есть дополнительная кровать, если надо. То есть тут можно завести народу сюда сколько хочешь. И комод для одежды. Вид из окна, конечно, очень такой интересный. На город и на море. Дальше идем. Здесь кофемашина, чайная, чайник, кофе, эти брикеты, чашки, вода. Все есть. Написано, как пользоваться. Вот, и здесь уже спальня такая, совмещенная с рабочим местом. Здесь за шторкой опять еще одна постель. Еще можно положить несколько человек. Надо срочно сдать одну комнату. Да, надо сдавать, и, видимо, и так пополам делить, да, цену. Камин. Не знаю, бутафория или на самом деле. Не, настоящий, думаю. Настоящий, да? Тогда мы поищем, как он включается, чтобы все. Дрова нужны. Ладно. Да, конечно. Так, и даже шампанское нам поставили. Вот. Просека. Просека, да. Здесь можно выйти. Нет, здесь только открыть можно. Разве что один раз выйти. А выйти можно в другом месте. Сейчас покажу. Да, по-моему, надо вот так. Так, это как русский разведчик, можно выйти. Один в Берлине. Раз. Так, вот сюда поднимается. Здесь можно завтрак устроить. Или покурить, кто-то уже курил с соседей, потому что это общее место, не для нас. Вот такой вид шикарный, на площадь, на море, на город, все великолепно. И можно еще чуть-чуть выше подняться, там скамеечка стоит.
скамейке сидеть, релаксировать вот так. Смотреть на все. Шикарно, да? Шикарно. Город, конечно, Кайери большой. Не скажешь, что такой прям крохотный. Столица, все понятно. И так все по-столичному здесь. Ну вот, все. Посмотрим, как это все будет функционировать, насколько мы удовольствие получим от сегодняшнего пребывания здесь. Пока вот только приехали. Погода хорошая. Надеемся, что что-то еще увидим, посмотрим, погуляем. Я еще буду рассказывать. Всем привет из Кайери. Это Сардиния.